Сейчас, секундочку, я быстренько открою казино. Так, значит, для ровного счета у нас тут 33 150, значит, запомним это число. Или, если хотите, я могу быстренько приподнять, закинуть типа 850. Все, 34. Все, значит, европейская рулетка. Вот я ее выбрал. Так, секунду, это что такое? Вот, значит, у нас есть европейская рулеточка. Секунда, музычку вырублю. Сделаю тише. Или вырублю. Так, ладно. Значит, по рулетке. Значит, мы ее начали. У нас на счету 34 тысячи. Значит, вот мы пришли в казино. Ну, там что-то крутится, играет. 21 красная. Значит, мы просто сидим, смотрим. Вот как обычно происходит игра. 36 красная. Вот, это уже сигнал серьезный. То есть 4 раза красное, в принципе, это круто. Поэтому мы ставим. Ну, в казино не бывает 1 доллара в цвет. Обычно от 5 от 10, но здесь можно доллар, ставим доллар.34 красная. О, 2 доллара.18 красная. Обратили внимание, сколько раз уже сыграла красная. Значит, мы ставили 2, теперь ставим 4. И обращаем внимание, что у нас было 3 раза четное. Значит, ставим 1 на нечетное. У нас не было 1, 2, 3, 4 раза первой дюжины. Потом у нас было 1, 21, 36, 34, 18. То есть средней колонны тоже долго не было. Ее не было, кстати, уже очень долго. Ее не было. Ее вообще не было. О, я сюда поставлю пятерку. Так, запомнили ставку. 1, 1, 4, 5. Смотрим. Ну, самое красивое для нас сейчас число это пятерка. Нет, не пятерка. 29, 26. 13 черные. Так, черная сыграла. Мы уже за него не волнуемся. Значит, первая не сыграла. А что мы вообще ставили? Ага, нечет сыграл, черный сыграл. Значит, первая и средняя не сыграла. Значит, что мы делаем? Ну, давайте подрастем. У нас была пятерка. Здесь поступим проще. Кинем десятку. И давайте прикинем. Значит, не было давно первой, не было давно средней. Вот есть такой интересный маневр. Опять-таки, это виртуальное казино. Тут можно ставить сколько хочешь. Ну, как вариант. Пробуем. Ну, я думаю, все-таки пятерка. 14 красные. Ошибся. Но колонна сыграла, колонна дала нам денег. Значит, первая у нас не сыграла. Что у нас было, кстати? Подождите, давайте посмотрим, что там было. 2. И здесь мы фиганули аж 4 жетона. Ну, значит, 2 до 4 это 6, да там был 1, это 7. То есть по-хорошему нам надо поставить сюда 7 жетонов, просто чтобы уйти в плюс. Но я почему-то вот, у меня есть такая привычка после 14 ставить 11. Но это вообще не относится ни к каким системам, это мой такой прикол. 19 красная. Не играет первая, значит у нас было 7 до 8, 15. Ставим 15 жетонов, вот такое скромное попадалово, кстати, достаточно давно не было. И после 19 у меня тоже есть прикол такой, я ставлю на этот конор. Ну или типа зеро. 10 черная. Так, ну мы видим, первая сыграла. Значит, что у нас, третий не было уже давно, да, мы идем в третью. Смотрите, у нас интересно, очень черная идет. 13, 10, 13, 33. Ну, что бы не это. Чё бы не приколоться-то. Я бы поставил на 33, на 27. Потом объясню почему. Просто пробуем. Кстати, эта колонна не играла достаточно давно. Чёрная. Вот она сыграла. Очень жаль.
Кстати, 33 совсем рядышком с 24. Вот, 24-33 мы были очень-очень рядом. Собственно, вот и объяснил, собственно, почему ставил в 33. Потому что оно играло и потому что в этой колонии. Так, повторяем. Ой, боже, я просто нажал спин. 33 черный. Вот это было, кстати, классическое западло, когда мы отвлеклись случайно и просто случайно проиграли. Потому что я ставку не сделал. Так, теперь у нас черное было три раза. Первая, вторая, третья, все четко. Ну так, из любви к искусству я кину сюда жетон просто на повтор, потому что, ну, типа, обиделся. Сейчас будет зеро. Назло. 18, красные. Так, значит, уже лучше. Первая дюжина не было три раза. Возвращаем жетончик. Плюс тот, который я в 33 кидал. Хорошему нужно вспомнить, что мы вообще-то в третью дюжину что-то ставили. Там аж три мы ставили жетона. Нам из-за вот этой нашей глупости пришлось здесь начинать аж с пятерки. Так, быстренько делаем проверочку. 10, 24, 33, 18, 19. О, с 14 у нас не было колонны. Пробуем. 15, черные. Так. Повторчик. Значит, тут было 5, там был 1. А я здесь сделаю как? Я просто доведу тут сразу до пятерки просто. Просто так хочется. Уже если сбой пошел, так. 7, красные. Так, первая сыграла, нормально. Теперь здесь ухожу в 10. Третий не было 3 раза. У нас третий по центру вообще ничего не играло. Можно. Ой, слишком круто. Поставлю тут сплиты. Можно было просто зеро шпиль поставить. 18. Красные. Не играет. Так, у нас тут что было? Десятка. Десятка, это 2, это 12. Так. Возьмем так, чтобы не путаться. 12. 20. В принципе, перекроет. Так. Так, 7, 18. Они рядышком вообще идут. 7, 18. Это есть такой прикол. Это типа мы называем обраткой. Я ставлю 3. А есть еще такой прикол, когда я ставлю 3, я ставлю сразу 10, 30 и 0. Ну, такой вариант. 22 черные. Ничего не сыграло, значит, я проверяю, что у меня стояло. Тут было 20, 24, 24, то есть там было еще 20, это 44. Значит, мне просто сейчас красиво уйти в какой-то плюс. Мне нужно сюда по-хорошему поставить, ну, минимум. Извиняюсь, конечно. 40. Значит, такие у нас 45. Ну, то есть зеленая 25 и 2 красных. 7 красные. Вот, и тут мы начинаем аккуратненько съезжать в минус. Было 45. Ну, прикроюсь так. 50. Это мне потом придется ставить соточку. 20 черные. Сыграла, сыграла. Так, не самый гуд. Значит, у нас не было очень давно третий. Будем играть агрессивнее, чтобы быстрее. Проиграем, так проиграем. Бум. Полетели. 33 черные. Сыграли. Так, первое не было 3 раза. Ну, давайте, давайте уже агрессивно. 32 красные. Повторяем. Давайте сразу десятку. 11 черные. Ну, сыграла нормально. Можно сказать, повезло. Так, второй не было уже 3 раза. Тоже агрессивно с пятерки начал. Надо вообще начинать с единицы. 35 черные. Так, ударила в третью.
Значит, у нас два раза играет эта колода. Три раза играет, заметьте, 32, 11, 35. Это называется агрессивная игра. Сюда поставили, так и второй не было уже достаточно давно. Будет прикольно, если сейчас сыграет 12, там 17. Вообще, конечно, мне кажется, что сейчас будет что-то в районе 8. Черный. Ну, как я и сказал, двадцаточка сыграла. Вот. Значит, у нас здесь выигрыш 3 жетона. Тут у нас просто мы выиграли, забрали. А здесь мы вот весь выигрыш оставили на этом поле. Так, значит, чего у нас не было? Красного не было, да? Ну, красный я не буду ставить. Пятерку. Ну что, слишком быстрый разгон. 14. Два. Черные. Сыграла средняя. Значит, смотрите, какой прикол. Вот нам дали 25 плюс 20, 45, да? Значит, мы берем и ставим их опять куда? Сюда же. 50, сколько? 20, так, 5, 45. Так, а до этого у нас что стояло? Стояло. Подожди, что мы ставили? А, красная. Красная не сыграла один жетон, то есть надо будет поставить 2. Так, значит, мы сюда ставим 2. А сюда ставим 45. 35, 40. Это просто выигрыш, который нам дали, да? То есть, в принципе, можем забрать нашу пятерку по приколу. Как будто мы ее не, ну, просто забрали. Играем здесь вот только на выигранные деньги. Так, здесь 2. 30. Ну, к сожалению, не сыграла эта колонка, но красный сыграл, мы ушли в плюс. Смотрим. Чет, чет, чет. Три раза сыграл чет. Кидаем один на нечет. 30. Ну, раз уже оно так сорвалось, поставим мое любимое перекрытие тридцатки. Вот. Можно еще, в принципе, поставить зеро шпиль по приколу. Ну, я что-то думаю, сейчас будет зеро. Есть такое ощущение сильное. Вот я его поставил. Прикрыл все, что можно. Но, к сожалению, не угадал. Так, а поставил я там суммарно немало. 3, 5, 8. 8 вообще куда-то в космос поставил. Значит, я их... Ой. Это была очень глупая ставка, да? Значит, красная, то есть нечетная, не сыграла. Там у нас, по-моему, один был или два, не помню. Ну, предположим, что было два, я сейчас не буду перезагружать. Полетели. Ну, я пытаюсь вот первой дюжиной отыграться. 16. Красные. По моей глупой ставке. Так, 4. Значит, тут будет 8. Здесь было 8. Да, 8. 16. В принципе, можно ставить еще раз 8. Это будет в 0. Мы же хотим выиграть, да? Мы тогда хотя бы десятку сюда кинем. 3. Красные. О, ничего, сыграл. Вот это очень хорошо, что мы закрыли эту дырку опасную. Вот. А куда мы ставили? А, мы все выиграли. Кстати, да. Первая сыграла, мы же на ней отыгрывались. Значит, красная была 4 раза. Ставим один жетончик на черное. Так, ну выпала тройка, моя любимая, значит. Ну и так как пора уже, в принципе, закругляться. Ну, вы видите, у нас было 34 тысячи, уже 34 тысячи 92 доллара. Ну, прошло тут буквально сколько? 14 минут сидения в казино. Так, значит, учитывая, что мы все посмотрели, все выиграли, я просто прикалываюсь, ставлю свой зеро. Зеро шпиль. Вот так, вот так. Ну, предположим, такой, да, любитель азартный в казино пришел и вот все тут поставил. Ой, там уже перебор. Перебор. Я хочу так прикольно поставить. О, все. Все заставил. Сейчас, конечно, будет что-то. А, ну и 13, да. Это же потому что не кричал. Кстати, десятку забыл и тридцатку. Полетели. Ну, в идеале мне надо 0. 17.
Черный. Ну, видите, как получается у тех, кто играет просто от фонаря. Собственно, никому не советую играть в онлайн-игры. Ходите на настоящую рулетку. Вот, обязательно ставьте лайки. Будут еще видео. Удачи. Так, сейчас покажу, что такое Martingale. В принципе, будет сразу видно его основные плюсы и минусы. Значит, все очень просто. Скачал казино какое-то вообще. Ну, неважно, какое казино. Значит, вот это казино. Тут у нас рулетка. Я, собственно, ее запускал. Вот два раза выпало 16, 22, значит. Тут, кстати, интересный вариант для агрессивной тактики. Это одна из моих любимых тактик. Но она очень редко срабатывает, но зато очень красиво. Вот я ставлю один жетон. Кручу. 11, черная. Так, не сыграла оно. Значит, смотрим. 16, 22, 11. Ну, грубо говоря, два раза сыграла черная. Три раза, четыре раза не сыграла третья дюжина. Да, вот мы кинули жетончик. Ну, так как мы только что здесь потратили жетончик, мы можем сразу два сюда кинуть. Значит, на третью дюжину. 30. Красный. Так, значит, у нас было 33 тысячи. Вот здесь мы видим, да, стало 33 тысячи 3. Так, теперь мы смотрим, что у нас, в принципе, все сыграло. Смотрим по колоннам. Вот у нас колонны. Раз, два, три. Значит, вот дюжина. Раз, два, три. Тут классно с подсветкой. Значит, это меньше, четные, черные, красные, нечетные, больше. Все, в принципе, ставить там, ну, можно, конечно, еще сикслайны ставить, можно коноры ставить, вот, на 4 числа сразу. Ну, это все потом, стриты, вот, прикольные ставки тоже. Значит, смотрим, было 16, вот оно было, да, потом было 22. Потом было 11, потом было 30. Тоже колонны у нас играют ужасно. Значит, просто сидим в казино, пьем кофе. Вот. 31, черный. О, два раза сыграла третья дюжина. Чисто по приколу кидаем сюда. И, кстати, можно. Сыграла 30-31, можем сыграть в этот сикслайн еще по приколу. Это вот эти два жетона, это агрессивная уже игра. Сейчас объясню, почему, если сыграет. 19. Вот, оно не сыграло, значит, мы потратили два жетона, мы это запомнили. У нас три раза не было первой дюжины, но учтите, три раза не было первой дюжины, это еще ничего не значит. Но мы потратили два жетона, я сюда кинул эти же два жетона. Значит, если мы сейчас выигрываем, то мы будем в плюсе. Zero. Так, мы ничего не выиграли. Значит, у нас здесь было два жетона. Теперь мы бросим сюда, значит, 2, 2, 4, значит, бросим сюда 4. Ну, то есть мы всего потратили 2. И 2, то есть 4. 24, черные. Так, опять проиграли. Кстати, не было средней колонны уже давно. Вот на 11 она закончилась. Значит, сюда мы кинем один жетончик. Сюда уже надо кинуть 4. 8 мы сюда кинем. Уже до хрена. Ну, потому что рано начал. Просто надо показать. Так. 29, черная. Ну, эта колонна хорошо сыграла, значит, все нормально, но здесь мы уже в опасную пошли игру. В принципе, конечно, я начал тут резко расти. Как бы, ну, 2-2 можно было помедленнее. Значит, 8, плюс 8. Ну, что, поставлю 16. Ну, можно поставить и меньше. Значит, 5, 5, 5 и 1 16. Смотрим. Ну, сейчас, возможно, я все солью. 1. О, сыграл. Значит, смотрите, у нас было 33 тысячи, теперь у нас уже 30 021. Что мы еще видим? Значит, вот черная, да, 0 будем считать. Красная не выпадала 3 раза, вот она выпала. Вот, видите, достаточно часто выпадает все четко. Красная, черная. Это вот тоже Martingale, который люди любят. Но мы пока очень аккуратно к нему подходим. Значит, мы видим нечет. Можем кинуть один начет. Смотрим. Опять-таки, бывает такое, что 13 раз не выпадает. Так, значит, чет сыграл.
У нас стало чуть-чуть больше денежек. Вот наша двушечка. Вот, вот она. Значит, 1, 14, 5, 3 дюжины не было. Значит, у нас, кстати, колонна вот 24 вот последний раз сыграла, да, и потом 3 раза не играла эта колонна. Давайте сюда уже по приколу поставим. И поставим, значит, 14, 1 это малое. Ну, 2 раза не сыграли. Большие, давайте сюда один. Вот что интересно, на третьем можно повышаться медленнее. Значит, теперь нам здесь придется поставить 2, а здесь сыграла, кстати, наша чудесная колонна. Подожди, мы сюда ставили, да? Или еще там? А ну повторить. Да, мы туда ставили. Значит, сюда надо ставить 2, просто чтобы отыграться. Смотрим туда. У нас третья не играла уже 3 раза. Но опять-таки 3 раза это слишком мало. Надо хотя бы 5. Хотя бы 5-6 раз. 17. Черные. Так, 17 мы ставили третью и больше. Тут было 2, значит сюда ставим 4. Сюда можем продолжать ставить 1. Ну, поставим 2. Из любви к искусству. 5. Красные. Вот. Рулетка начинает нас немножечко опускать. Значит, тут было 4, насколько я помню. Значит, ставим 8. Тут было 2. Значит, поставим. Значит, ну что у нас тут было? 1, 2 это 3. Поставим 3. 24. Черные. О, сыграли больше. Это нам круто просто повезло. Потому что мы здесь могли реально не слабо прогореть. Значит, мы ставили 6. Давайте поставим еще 6. Сюда. 9. Красные. Значит, ставили 12. Можем спокойно ставить еще раз 12. Это так. Потому что, ну, чтобы не рисковать. 19. Красный. Вот, хорошо, что мало поставили. Значит, теперь нам уже надо ставить минимум там по-хорошему 24. Ну, я кину 25. Так, для ровного счета. 13. Черный. Вот, здесь мы начинаем уже волноваться. То есть то, о чем я говорил, никогда не лезьте после третьего спина в дюжину, потому что мартингейл в дюжине, он непредсказуем еще больше, чем чет-нечеты, ну, когда один к двум. А, значит, мы ставили 25, предположим, мы сейчас кинем 50, да? Что мы там кинули уже? Я запутался. Чтобы не путаться, будем играть так. 13. Черный. Вот, рулетка очень грамотно нас сейчас имеет. Кстати, вторая дюжина сыграла 3 раза подряд. Значит, я могу сюда исключительно по приколу кинуть пятерочку. Значит, здесь у нас уже было 50. То есть нам сюда нужно ставить уже по-хорошему соточку. Вот, на одно поле здесь нельзя поставить соточку. Поэтому мы ставим 50 и 50. То есть мы закрываем эти 6 чисел и эти 6 чисел. Так, и здесь у нас пятерочка. 34. Вот, значит, мы заходили, у нас было 33 тысячи, сейчас у нас 33 121 доллар. Здесь мы пятерочку прогавали. Значит, у нас не было первой уже 4 раза. Мы ставим сюда что? Мы ставим сюда пятерочку, которую мы только что ставили на вторую. 33. Черный. Вот, пошла третья играться с нами в интересную игру. Значит, 5. Это мы поставили уже 10. Значит, по-хорошему нужно поставить минимум 10. Ну, мы ставим 15. А здесь ставим одну на повтор третьей дюжины. 30. Красный. Вот, третья дюжина начинает играть. То есть нам тут дали 3 жетона. Вот, да, 3 жетона. Мы их здесь все оставляем. Так, здесь у нас стояло 15 и 10, 25, то есть надо по-хорошему ставить 25 жетонов. Полетели.
один красный. Вот, к сожалению, третья не пошла в прогрессию, то, что мне больше нравится, но зато первая сыграла. Вот, собственно, надеюсь, кто-то понял вообще тактику. Как бы тут повезло, конечно, очень круто. Я не призываю ни в коем случае играть в эти всякие онлайн-игры. Только в живом казино, только сидеть, смотреть, ждать. Вот. И только в этом случае получится что-то выиграть. Вот. Будут вопросы, задавайте, отвечу. Вот. Запишу еще что-то интересное, попробую. Ну, в общем, на сейчас все, потому что хочу идти пить чай и съесть что-нибудь в конце концов.